Я же не одна его вижу. Это что, русал? Это парень русал. О, а этот русал красавчик. Настоящий Джастин Бибер. Не могу оторваться. Девчонки, не подскажете, в какой стороне океан? Да. Нет, не занят. Прям сейчас надо будет на работу? Да, сейчас буду. Хорошо. Папа, ты куда? По работе. Я постараюсь быстро. А как же купаться? Вот приеду, скупаетесь. Ну вот. Искупались. Да я все сама сделаю. Куда нет? Ого, вам надо это посмотреть. Вау. Я же не одна его вижу. Это что, русал? Это парень русал. О, где это я? А этот русал красавчик. Настоящий Джастин Бибер. Не могу оторваться. Девчонки, не подскажете, в какой стороне океан? Ну и кто же из вас, красавец, мне поможет? Я могу тебе помочь. Подожди, а что ты сразу? Я знаток по географии. Я помогу тебе. Слушайте, малявки, это не ваш уровень. Чего? Я тебе сейчас покажу твой уровень. О, полегче, девчонки. Я понимаю, что я парень-русал, но выберу я из вас только одну. А, ну вот, поняли. Давайте быстро по домам. Ой-ой-ой, да конечно. Прям бегу и спотыкаюсь. Вы пока ссорьтесь. А ну стоять! Так, стоп, я все понял. Вот что надо делать. У меня на родине в океане девчонки устраивают битву ради парней. О, так что ты сразу не сказал? О, полегче, полегче. Не такую. Устроим челлендж. Кто победит в трех испытаниях, тот и заслужит самого красивого парня океана. Мы согласны! Ну вот, поехали. Итак, первое. О, путь к сердцу русала лежит через его желудок. Чего? Пожар, приготовьте. Удивите меня. У вас 30 минут. Глупышки. Морскую капусту я достала прямо из океана. Прямо в упаковке, да? Тебя вот не спрашивали. Люблю морскую капусту. Поняла. А у меня вот... Это что? Это пресная вода. Правда? Ах, хороша. Поняла. А, спасибо, вот за доставку. Так, посторонитесь, лузеры. У меня для тебя самая обалденная еда. Вот я достала суши. Это что? Это суши и роллы. Из рыбы.
Да, и самый свежий Ой. Блин, мы Яна! Ты чего? Как ты додумалась подарить Полу рыбе рыбу? Ой, да я что-то не подумала. Ну, вкусно же. Одну съем. Яна! Ну не пропадать же, он все равно не будет. Ладно, второе испытание. Вы должны приготовить сюрприз для меня. Ну что, смотрим? Чего думаешь, чтобы такому парню с длинными волосами... Я придумала! Так что придумала? Ага, сейчас пойду и расскажу. Пакуйте свои вещи, потому что я выиграю. Так, думай, голова. Так. Может быть и глупо, но есть одна идея. Надо попробовать. Ой, вот. Джинсы из последней коллекции. Кстати, подойдут к твоей рубашке? Я знаю, что парни любят шмотки. А это все фирменное. Класс, но только... Как мне это носить? На вырост... А вдруг ноги появятся? Спасибо! Да, кто-то проиграл. Ой, а сама-то что? Где сюрприз? Вот! Вилка! Ты мультиков, что ли, насмотрелась? О май гад! Это же вилка! Чего? Пакуй чемоданы. А вот и мой сюрприз. Для твоих роскошных волос нужен сильный фен. Вот. Ульяна, нет! Я не выиграла. Итак, последний раунд. Мои сухопутные монстры. Представьте, что вы со мной на необитаемом острове. Не дай боже. Вы можете взять с собой только один предмет. Любой. Какой бы вы с собой взяли? Я даже не знаю. Тащи! Чего? Платежную карту. Я могу купить все, что нам понадобится. Ха-ха! На острове нет магазина. Как так? Вот так. Да как они там вообще живут? Так там же никто не живет. Он же необитаемый. Чего ты смеешься? У тебя вообще что, жулик? Готовься проиграть. Кива, ко мне! Представляю вашему вниманию Киба. Хороший мальчик. Он будет охотиться и отгонять хищников. Хорошая попытка, но это не предмет. Ты все равно не выиграешь. А
зачем тебе чемодан? А что мы жжем? Один предмет. Вот чемодан. Ну и что ты будешь с ним делать? Может, спать в нем? Хорошая идея, но нет. А вот с тем, что внутри, я много смогу сделать. С этим можно полгода жить. На необитаемом острове. Это же вообще жульничество. Откуда вообще чемодан? Я же закрыла дом. Так я всегда с ним хожу. Кто знает, что мне может пригодиться. Видите, пригодится. Чемодан – это один предмет. А про внутренности в правилах не сказано. Хороший ход. По итогу трех испытаний у вас у всех по одному очку. Что же делать? Да что тут думать? Я выиграла. Вы что? Мой подарок вообще был самый лучший. Ему он больше всех понравился. У меня вообще чемодан. Чемодан! Вы видели, как он появился, когда ему воду подарила? Чемодан! Тише! Тише! Вы что? Все на солнце вырубились? А? Так солнечный удар схватите. Так, все, живо домой. А покупаться? Это что, был сон? Ну, привет, девчонки. Ксюша? Я поняла. Папа! Тут какой-то парень в бассейне! Что? Нет! Тебе понравился выпуск? Тогда ставьте лайки, и чем больше, тем лучше! Ведь чем больше вы будете ставить лайков, тем быстрее будут появляться новые видео! Йоху, новые видео! Ура! И круче, и также пишите комментарии в сообществе YouTube! Потому что пока неизвестно, как скоро YouTube всем откроет комментарии. А лучшие комментарии попадут в следующее видео. И не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Чтобы не пропустить новые видео. Подписывайся на канал. На пока, всех люблю. Всем пока. Что происходит? Он как Брэд Питт. Нет. Хвостоеды. У нас на родине вот так. Не надо, хорошо сидишь, ну хорошо сидишь. Смотрите. Да? Не такую. Все, Кип, ты можешь это свободен. Ну хоть посиди. В даре я в закат ухожу. Нет. Подружки. Навсегда! Да не надо! О, вот, послушали? Что ты? Я какая делка! Не получилось. Это что? Да. Поняла? Я шею вытяну! Надо в рот воды налить. Ой, я додумалась подарить полу рыбы рыбе. Ем. А я ем. Рыбка, я тоже. Долго там с рыбкой будет? Я здесь. Тихо. Ксюша, ты остерегайся. Ксюша, ты остерегайся.